iBuy Movie. Для кого-то это студия по мувикам на заказ, для кого-то это 4 хц каждую неделю, а для кого-то это дружное комьюнити, с которым приятно проводить время и обращаться за помощью, зная, что здесь точно найдутся люди, которые знают ответ на твой вопрос. Будь то, как исправить ошибку при запуске демки, или какой сегодня взять бургер по скидке. Но все когда-то уходит и остается в нашей памяти с приятной ноткой ностальгии. Ну а сейчас... Я приглашаю вас на наш новый канал iBuyMovie.com, ссылку я оставлю в описании. Там мы будем анонсировать новые крупные контесты для дитеров, не будем также забывать о старых добрых ХЦ, ну и пробовать различные форматы. Уверен, возникнет вопрос, а что же стало с этим каналом и почему мы должны его покинуть, он же нам как родной. Причин достаточно очень много и копились они очень длительное время. Я сам себя зажал в узкие рамки на этом канале, череда различных проблем с авторскими правами, различные страйки, и последним гвоздем крышку гроба стало отключение возможности кликать по нашим ссылкам в описании с клипами ХЦ. Так что такое решение было лишь вопросом времени. Куда же мы пропали на целых полгода? Последний ХЦ был аж в январе. Куда пропала вообще наша активность? Почему так долго делались итоги контеста? Могу вам просто вот так прям слайд-шоу разом на экране накидать. Мы пахали как кони. Старались, работали везде, где можно, по несколько проектов параллельно. Плюсом к этому стал мой переезд. И внезапно природный катаклизм, который случился в моем городе впервые за 30 лет. Повезло так повезло. Считайте это видео анонсом нашего легкого перезапуска и новым этапом эволюции нашего проекта. Переходите по ссылке в описании на наш новый канал iBuyMovie.com, где я уже опубликовал видео с итогами контеста iBuyMovie и Tornado Energy. Всем до скорого и увидимся с вами на iBuyMovie.com.